Вы меня простите, конечно. Да я вам не стою. Очень не хотелось этого делать. Вроде... Можно я докажу? Могу удостоверение показать. Ну, я думаю, что вот ваш нагрудный знак с номером достаточно будет. Вот. Работники ДПС остановили меня, наверное, уже около часа назад. Вот. У меня были нарушения, согласен, да. Вот. Не было страхового полиса, зимняя резина, вот. И неукомплектованная аптечка. Вот. Но надо пояснить, с чего все началось. Тут вот у нас сегодня президент приезжает вот, на кожзавод. Ну и мы решили посмотреть, как все это выглядит. Как его от народной любви охраняют сотрудники правоохранительных органов, в каком количестве. Но моя машина приметная, все знают, что я как бы занимаюсь протестами. Вот, меня сразу вычислили, за мной ехал Форд гражданский с людьми в пиджаках. Ну, потом уже видно ориентировку дали, вот ДПСники меня остановили. То есть уже целый час меня не отпускают, вот сейчас они... Написали мне два протокола, теперь на шипы. Вот уже, не знаю, полчаса никак не могут оформить. Вот, ну и я так понимаю, что им такое дали указание. То есть не оформлять протокол задержания, так как не за что меня задерживать. И в то же время не отпускать. Мы долго беседовали с сотрудниками ДПС. Ну, довольно-таки приятные люди. Очень интересно с ними было побеседовать. Но я понимаю, что им дано указание свыше меня не отпускать под любым предлогом. И не оформлять протокол задержания. Вот сейчас я требую меня или отпустить, или оформить протокол задержания.